Что отбывается в Украине та в свете, на цей момент. Всех интересует состояние здоровья турецкого президента Эрдогана, который пока ведет очень тяжелую борьбу президентскую и, возможно, может даже проиграть выборы. Скорее всего, на эту ситуацию. Крайне негативно, как ожидается, сыграет факт обострившихся проблем со здоровьем у Эрдогана. Сообщается в частности о том, что у Эрдогана могут быть серьезные проблемы с сердцем. Сообщалось в том числе о инфаркте. Эту информацию, естественно, опровергает представитель официальной администрации турецкого президента. Тем не менее, ряд изданий, например, «Аваз Тюрк, также газета Чумхуриет со ссылкой на председателя Турецкой партии перемен Мустафу Сарыгюля пишут о том, что у Эрдогана за две недели до выбора возникли серьезные проблемы с сердцем. Это же подтвердили отмена множества предвыборных мероприятий, а также сорванное 25 апреля интервью в прямом эфире, который президент давал главному редактору телеканала Ульке ТВ Хасану Оздюрку во время общения. Камера неожиданно перескочила с Эрдогана на э, ведущего турецкого телеканала Остюрка, и э, потом трансляция прервалась, они ушли на рекламную паузу. Но перед этим журналист успел еще сказать «О боже!» «О боже!» Через 20 минут эфир, в эфир вернулся Эрдоган, он попросил у зрителей прощения и сообщил о том, что якобы у него возникли проблемы с желудком. «Я даже думал, не отменить ли мне программу, но мы обещали и пришли», — заявил Эрдоган. Естественно, что проблема со здоровьем турецкого президента крайне нервирует его сторонников. Ну, а выборы в Турции и без того крайне сложные, проходящие на фоне недавнего катастрофического землетрясения. Главный оппонент турецкого президента, которого выдвинули шесть крупнейших оппозиционных партий, 74-летний Кемаль, Кылыч Дараглу, которого также называют иногда турецким Ганди, может опередить действующего президента. Рейтинги их приблизительно равны. Ну, там 45-43% в среднем они получают. Но, поскольку мы имеем дело с классической автократией, ситуация в Турции может сыграть, и это состояние здоровья президента Турции может серьезно сыграть против него. Это э, крайне негативно может сказаться на перспективах России. Турция выступала одной из стран, которая помогала России выходить тайно, естественно, из-под режима санкций. Через нее поставлялись необходимые элементы радиоэлектроники, необходимые для российской, э, российского военно-промышленного комплекса. На это обращают внимание. Ну и и, э, апофеозом этой истории стало то, что ни Путин не прилетел в Турцию, ни Эрдоган лично не смог поучаствовать в церемонии доставки топлива на атомную электростанцию Акую, куда, как ожидалось, они должны были прибыть оба. В конечном итоге открытие доставка топлива произошла по видеоконференции. Саму АЭС Акую возводила российская компания Росатом на Средиземноморском побережье Турции и предполагала, что это может стать одним из ключевых элементов избирательной кампании президента Турции. Но не получилось. И уже появляются такие оценки, что вполне возможно вот это вот общение. Эрдогана с Путиным может быть, по сути, прощанием с турецким лидером, даже если он, мы, конечно, ему желаем здоровья, как любому лидеру страны, в данном случае Турция дружественная страна к Украине, но прощание с турецким лидером как президентом, будущим президентом страны, и вполне возможно, что вся эта история, она, еще раз повторю, потопит любые шансы Эрдогана на переизбрание. Ожидается, что избрание

его соперника может привести к возвращению Турции более на проамериканский, проевропейский курс и э охлаждение отношений с Россией. Э Турция, понятно, играла сразу на несколько фронтов, но тем не менее избрание нового президента может серьезно поломать всю игру Путину, осложнить и без того для него перспективы. Ну и напомню, что Турция последовательно выступает за вопрос территориальной целостности Украины, а также передавала неоднократно предупреждение о недопустимости ядерного сценария применения ядерного оружия. Кстати, вместе с Китаем. Одним словом, вся эта история с состоянием здоровья Эрдогана очень серьезно играет, в первую очередь, против Владимира Путина. Поскольку для Украины и для Запада избрание его соперника серьезно ситуацию не изменит. А возможно, изменит даже в лучшую сторону. А для Путина намечаются очень серьезные проблемы, связанные с возможным проигрышем Эрдогана. Ну якою стабільний снідваші ні вчу деякі військові аналітики звертають увагу на те, що однією з можливих перешкод для українського наступу можуть бути велетенські оборонні споруди, які так виглядає з нещодавно опублікованих супутникових знімків, збудували російські окупаційні війська на українській території. Чи на думку аналітиків це може дійсно створити серйозні перепони на певних напрямках? Так, сьогодні з'явилася додаткова інформація, і, наприклад, Міністерство оборони Великої Британії, яке щодня повідомляє про якісь аспекти бойових дій чи розвитку війни Росії проти України, сьогодні подало супутниковий знімок, на якому як стверджується, видно стрілецькі бойові вогневі позиції на ядерних реакторах на атомній електростанції у Запоріжжі Запорізькій АЕС, і також зараз ви бачите на екранах інші знімки, які оприлюднені агенцією Reuters. і агенція, окрім цих фотографій, отриманих від фірми, яка Очевидно, має можливість робити ці знімки подані також аналізи військових фахівців. І перше, на чому наголошено у цій публікації, це те, що йдеться про величезну протяжність цих оборонних споруд. Рейтес стверджує, що йдеться про сотні кілометрів протитанкових ровів. Які починаються до речі навіть у західній Росії і далі йдуть через українську територію на південь, і стверджується, що вони найпотужніші, можливо, саме у Запорізькій області. Окрім цих антитанкових ровів у деяких місцях чи у багатьох місцях, як кажуть фахівці, видно також бетонні перешкоди для автомобілів чи для техніки, чи можливо навіть для танків, так звані. Драконячі зуби, потім видно окопи і так далі. І так далі. Тобто, очевидно, що Росія готується, і фахівці кажуть, що. Росія почала готуватися зміцнювати свої позиції okay. на загарбаних українських територіях, фактично ще з осені минулого року, коли українці успішно вибили росіян з північної України з Харківщини майже повністю, і так далі. І так далі, чи буде це перешкодою? Ну, очевидно, що в зв'язку з цим може робити. Тренування українських військ сподіваються допоможе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.